молодые специалисты уже выбрали для себя путь помощи и заботы о здоровье и жизни людей. И очень хорошо понимают, как это важно быть донором. Потому и сами готовы закатать рукава белых халатов, чтобы сдать кровь. Это добровольческая акция, люди отзываются, студенты отзываются, то есть все идут, сдают, помогают, и всем всегда, студентам и родственникам, преподавателям, врачи говорят большое спасибо. Я сдала кровь, но я даже не почувствовала, я хочу еще. Кровь я сдавала первый раз, а так я участвую в акциях «Добро в село», также проводим мастер-классы для детей с ограниченными возможностями, это глухонемые, это слепые. Это важно, это помогает людям. Полина Трифонова еще учится, но тоже уже работает на скорой помощи. Поэтому, как никто знает, как важен для пациентов и врачей запас донорской крови. Кровь очень необходима каждому из пациентов, который пострадал, например, в дорожно-транспортном происшествии. Мы очень рады, что у нас устраивают такие мероприятия. Я сама сдавала кровь лично 2 раза и сейчас буду сдавать. Поэтому могу сказать то, что сдавайте кровь. Это всегда помогает. Сама процедура вызывает у будущих медиков интерес. О важности миссии донора и волонтера и вовсе говорить не приходится. По своей доброй воле волонтер безвозмездно помогает. Это просто необходимо, особенно сейчас, в наше напряженное время. Это очень важно. В медколледже Тольятти День донора проходит каждые 2-3 месяца. И каждый раз в акции участвуют не меньше 100 человек. Полученная кровь будет использована в больницах города и региона. Так, у нас это поставлено, скажем так, на поток. Это для нас обыденное явление. Поэтому просто студенты и сотрудники сдают кровь. Примерно 70-80 человек. У нас это повторяется примерно каждые 2 месяца, последние 7-8 лет. Каждый раз, когда мы объявляем дату, у нас записывается примерно 100 человек, студентов, ну, плюс-минус. Но в результате отбора, медосмотра предшествующего, выявления противопоказаний, допускаются до сдачи 70-80 человек. Мы не говорим, что это там для каких-то целей, там, для детей, для больных какими-то болезнями. Просто сдается кровь, она, куда бы она ни пошла, она пойдет на благое дело. По окончании процедуры участники акции получают горячий сладкий чай. В этом тоже помогают волонтеры. Эта акция одна из самых важных, я считаю, вообще за этот год и за прошедшие года, потому что не то чтобы литр, а каждый миллилитр крови – это человеческая жизнь. И она может повлиять, выживет человек, либо нет. Так, в принципе, помогает людям, нужно и для здоровья полезно, и кому-то спасет жизнь. Эти ребята хорошо понимают, насколько важной для пациентов может оказаться их кровь, поэтому готовы приходить на такие акции еще и еще. И это по-настоящему бесценный вклад в спасение жизни людей.